Всем приветики! Сегодня была закупочка у меня в магазине Lidl. Скупилась на 141 злотый 72 гроша. Грибочки вот такие, шампиньоны полкилограмма. Две туалетные бумаги. Молоко литр. Майонез 700 грамм. Горошек. Квасоля. Еще одна квасоля. Кукуруза. Еще один горошек. Кефир литр. Огурчики для канапок, для бутерброда. Очень такие вкусные. Прям сразу порезанные, готовые. Удобно очень. Просто огурчики. Маленькие крышончики. Вот такой вот с базиликом. Там помидорная такая паста. Лопатка свиная. И еще одна лопатка. Орешки с паприкой. Сливки до кофе. Еще одни сливки до кофе. Макароны вот эти вкусные. Спагетти. Тоже такие вкусные, полкилограмма. Масло сливочное. Рыбные палочки. Здесь 15 штук. И две шоколадки. Одна белая, а вторая с вишней. Новая появилась. Такую еще не брали. Вот такая вот закупочка у нас сегодня. Большая закупка у меня еще была в бедренке на 45 злотых 60 грош. Взяли вот такие еще булочки. 6 булочек по 75 грош. Котлетки для бургеров. Две пачки паруок взяли. Два десятка яйца и килограмм сахара.